Вечер опускается над незнакомым городом. Я стою на крыше монастыря святых праотцев Авраама и Сары в Хевроне. Мелодические тягучие звуки с минарета пронизывают все пространство призывом к молитве. Не понимая слов, я воспринимаю этот призыв как напоминание и мне. Душа невольно устремляется своей молитвой к Богу. Уникальность этого русского участка в том, что это единственное принадлежащее Русской Православной Церкви место, которое связано с ветхозаветной историей, с явлением Бога человеку. Многие открывали для себя различных богов, но только Аврааму открылся Бог явственно и на земле. Эта встреча Авраама с троичностью и человечностью в Боге была пророческой в деле спасения человечества. Величайшее уникальное событие. Просто захватывает дух, когда думаешь об этом. Я встречаю рассвет, как один миг. Миг в особом духовном пространстве, где история человечества, пути душ и Божьего промысла составляют единое целое вне физического пространства и времени. Это свет благодати и милости, свет первого дня творения и славы Креста. Это и есть истинное время, любовь Бога к людям. И имя ему Бог Троица. Время, которое необратимо, как необратимо движение к спасительному живому богопознанию. Невыразимое невозможно выразить. Проходя через пространство этого священного места, мы словно погружаем себя в образ центра невременной спирали, пророчески связывающей человеческую историю с благой вестью Нового Завета, с откровением Бога Троицы и откровением Бога Человека. Авраам жил около 4000 лет назад. К этому времени мир потерял Бога. И вот Бог избирает не вавилонского жреца или вельможу, не египетского фараона, а простого пастуха, и восьмикратно открывается ему. Числам в древних преданиях всегда придавали глубокий смысл, и это неспроста. Именно умение сопоставлять, исчислять порядок вещей, давать им имена, навсегда отделило человека разумного от мира животных. Числа для древних были не просто цифры. Числа составляют глубокий и далеко еще не изученный фундамент нашего бессознательного, уходящего корнями в глубокую древность. Итак, 8 символизирует число будущего века. А в нашей истории таинственное и невыразимое явление Бога Аврааму под Маврийским дубом – 7 по счету. Тоже очень символично. Число полноты, совершенства. Число печати Божией. На склоне холма Септы щедро разбросаны сохранившиеся древние могилы и памятники, следы тысячелетней истории далеких предков, что еще раз подчеркивает духовную значимость этого места еще со времен праотцев. Мы посетим и знаменитую Махпелу, где покоятся наши праотцы. Познакомимся с неприметной, но не прекращающейся духовной жизнью монастыря. Расскажем об исторических событиях. Все это вместе с краткими богословскими научными аспектами поможет нам хоть чуть-чуть приблизиться к невыразимой тайне полноты бытия, смыслу и цели своего существования, божественной жизни Пресвятой Троицы, чему и посвящается фильм. Хеврон расположен в 30 километрах южнее Иерусалима, на высоте 927 метров над уровнем моря.
Население около 166 тысяч палестинцев и 800 израильтян. В различные периоды своей истории Хеврон назывался по-разному. Кирьят Арба, или деревня четверых. Возможно, от четырех холмов, на которых Хеврон расположен. Или четырех племен, здесь живших. Или Хабра, Хаброн, от глагола Хабар, одно из значений «быть другом». То есть, опять-таки, от Авраама, друга Господа. В начале исламского правления, 16 век, город получил название Халиль-ар-Рахман, друг Господа. Рахман значит «милостивый». Аль-Халиль на арабском языке он называется и по сей день. Вспоминает иеромонах Алексей, ключарь подворья святых праотцев в Хевроне. Когда я приехал в Хеврон, первое, что меня удивило, я еду место явления Святой Троицы. Это с детства для меня казалось такой, знаете, как выдумка наша, придумка, сказка. Но уж вот там-то рай. Вот там-то уж все отлажено, там великолепно, там благолепие. А уж храм-то, наверное, какой. А чистота и порядок, это как раз говорит, как отец Иоанн Крестьянкин. Любая святыня, она отражает состояние нашей духовности, нашей жизни. И когда я приехал, я очень удивился, как же так? И неухоженно там, и то-то, там 2-3 человека, там сестры, которые там пытаются делать, содержать. Это в действительности подвиг здесь просто жить. А что тут еще делать и еще молиться? Да Господи помилуй. Как один владыка сказал, архиепископ Иоанн Херсонский, говорит, отцы, да вам нижайший поклон, что вы хотя бы, чтобы здесь живете. А вы еще и молитесь, вы еще и трудитесь. Сколько ты служишь? 3 раза в неделю. Да что? То есть... Это вроде бы так утрируется, шутка, но это не шутка, это жизнь. Господин Феофил, блаженнейший патриарх святого града Иерусалима сия Палестины и великого господина отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, и всечестного отца нашего священного игумена Феофана, да поминет Господь Бог во царстве своем всегда на непризнанном обители веков. Хеврон – это в настоящее время, если так можно сказать, центр ислама на Ближнем Востоке. И наш монастырь, наш храм – это единственный христианский такой уголок не только в Хевроне, но вообще во всей Хевронской области. Многие удивляются, что вроде бы как бы враждебный мир там, и так далее, что как так. Нет, это как обычные соседи. Соседи бывают самые разные. Бывают дружелюбные, бывают культурные, бывают бескультурные. То же самое и здесь. Да, это исламский мир, который вокруг нас, но это мир Божий. Господь так попустил, что именно они так понимают Бога. Да, есть свои особенности. Особенность очень непростая. Особенность, где здесь средоточие конфликтов. Но на Святой Земле, к сожалению, это всегда было. Но может быть и к радости. Ведь что это такое? Это проявление состояния нашей вообще духовности, нашей нравственности. Святая Земля – это то место, где соединилось время, место и пространство. Где средоточие географии, истории и религии, прошлого, настоящего и будущего. Так говорит Василий Великий в своем толковании на 6 дней. И снова мамрийский дуб, как образ, как символ оси вращения вневременного потока божественной благости и любви, в котором пространство и время, прошлое и настоящее, как один миг в свете невразимой Троицы. А наши души и судьбы, как отражение на небесном окне слез Бога любви. Там вечность, а здесь уже история. У каждого из нас свобода воли и свой путь.
Господь так устроил, что здесь три монотеистических религии исповедуют единого Бога. Иудаизм, ислам и христианство. Как вот три пути, как три понятия места, времени и пространства. То есть все в одном месте. Движение истории неумолимо, и человек смертен. Чтобы переплыть море житейское и достигнуть Царствия Божия, нужно войти в церковный корабль, войти в церковь и достигнуть Царствия Божия. Войти же в церковь можно только через таинство крещения и веру. Святая Троица является центром и смыслом православной веры. Откровение о том, что Бог есть Троица, во всей полноте принес людям Господь и Бог наш Иисус Христос. Однако уже в Ветхом Завете даются указания на троичность Бога. Трипостасный Бог явился праведному Аврааму в трех ангелах, пришедших к праотцу в виде трех мужей-странников. Но не три ангела были образом Бога, а Бог Троица явился в виде трех ангелов. Это третье и самое таинственное и загадочное толкование понимания мамрийского богоявления Аврааму возникло в послеиконоборческое время во второй половине IX века. И, наконец, высшего рассвета богословия троичной Феофании, что с греческого означает буквально «олицетворение», «явление Бога», достигает в XIV веке уже не в Византии, а в Московской Руси, в молитвенном подвиге преподобного Сергия Радонежского и в среде его учеников. Среди них преподобный Андрей Рублев, который создает в начале XV века свое гениальное и бессмертное произведение, икону «Живоначальная Троица». Толкование маврийского богоявления имеет свое иконографическое отображение. И даже более того, икона сама толкует богословский смысл библейского текста, порой опережая богословов. Три ангела являют святую живоначальную Троицу. Авраамово угощение превращается в чашу с главой предвечного закланного жертвенного тельца. Маврийский дуб – древо жизни. Гора – горний мир. Шатер – церковь Божия. А Авраама нет вообще. Взгляд от центра, обходя силуэты фигур, плавно скользит по кругу, начиная от центрального ангела вверх, далее по часовой стрелке вниз, затем опять вверх, останавливается на левом ангеле. Композиционный круг, в который естественно вписано изображение, символически подчеркивает космологическое значение сюжета. Круг символизирует как бы единство пространства и времени, мира видимого и невидимого. Это начальная форма, образующаяся из движения точки вокруг геометрического центра, вокруг композиционного и смыслового центра иконы жертвенной чаши. Наша мысль как бы безостановочно двигается от одного к трем и снова возвращается к единству, безостановочно колеблясь между этими терминами, чтобы дойти до созерцания покоя этой троичной единицы, предвечной тайны Святой Живоначальной Троицы. Три равно одному, но не в смысле количества, а в смысле неизреченного порядка божества. Сын не отец, потому что отец один, но тоже, что и отец. Дух не сын, хотя и от Бога, но тоже, что и сын. Единое – три по личным свойствам и три – единое по божеству, как писал Григорий Богослов. Молящийся взором созерцает предвечный совет Святой Живоначальной Троицы, устремляясь к тайне сияния света первого дня творения и славы креста. Историческое время сберегло склоны этого удивительного места, по которому когда-то ходили праотец наш Авраам, Исаак, Иаков и наши праматери. Трудно рассуждать о том, что при этом думали Авраам и Лот, но их устами фактически исповедана Троица.
когда в 91-м году, когда меня святейший покойный Алексей привез, и вот мы тоже посещали, и вот, вы знаете, я застала вот такой, еще он был зеленый. Не верилась, думаю, Господи, где я нахожусь? Сама Святая Троица здесь была, вы знаете, с таким трепетом и с такой с радостью, благодарностью Господу, что Господь сподобил вот приложиться к дубу, поклониться. Мы, знаете, вокруг обходили, тропарь это и все пели и прикладывались как к великой святыне, действительно. Вот, очень благодатно было, да. Игуменья Георгия, в миру Валентина Щукина, с 1992 года настоятельница Горнинского женского монастыря в Иерусалиме. Попадая в Хеврон, мы попадаем с вами в ветхозаветную историю. Ветхозаветная история, которая в настоящее время, уже в сегодняшний день, она имеет совсем иное прочтение. Прочтение, которое уже находится под пылью веков, под исторической тайной, под тайной сотворения мира, под тайной вообще человека, пути человека к Богу. Вот эта тайна от мироздания до тайны богопочитания, от тайны естественного познания человеком Бога до сверхъестественного. Падает снег, такой редкий для здешних мест, напоминая мне о первом снеге на родине, в России. И о празднике, одним из самых любимых и чтимых в русском народе, праздники Покрова Пресвятой Богородицы, о вековой православной вере моих предков. Эти как будто седые от снега многовековые деревья вновь возвращают меня к далеким детским воспоминаниям, к памяти о чем-то самом важном и главном, что я всю жизнь чувствовал, но не мог выразить. О том, как промыслительно связаны судьбы людей и история с библейским преданием и православной верой моих отцов. Сара, как один из образов Христовой Матери. От Авраама возобновляется церковная жизнь в одной из форм «семья как церковь». Сара, как образ спасительной церкви, хотя и несовершенной, как несовершенно все ветхозаветное перед новозаветным, и многое другое, что несут нам слова и образы священных книг, словно без остатка непрерывно падающий снег. И это истина. Истина бытия и силы Бога, которая включает в себя и все отдельные факты и существующие модели мироздания человека. И хотя эта последовательность познания бесконечна, как сходящийся математический ряд, предел есть, недостижимый для человека, ни природа и ни сущность и ни лицо. Это сияние Бога Троицы. Бог, неприступный по своей природе, присутствует в своих энергиях, как в зеркале, оставаясь невидимым в том, что Он есть. Бог – это грань, предопределение бесконечного и вечного сияния Божества, которое становится причиной бытия конечного и случайного. Сейчас уже и современная наука начала серьезно присматриваться к первым строкам книги «Бытия», пусть хотя бы и косвенно. Современная теория физики, а именно теория струн, выводит наблюдаемые свойства элементарных частиц из первокирпичиков так называемых струн. Это условные одномерные объекты, энергии которых зависят только от частоты колебаний в определенных многомерных пространствах. Получается, что фактически только из структуры пространства, его топологии, можно вычислить свойства элементарных частиц, включая массу и заряд. И здесь напрашивается аналогия, образное сравнение с первыми строками книги Бытия. «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Перефразируя современным научным языком, сначала было создание некой первоструктуры, а затем уже от нее формировалось словно голографическое изображение – пространство-время, которое только мы и способны воспринимать нашим сознанием. Данные опыта не могут составить понятие пространства и времени. Эта тайна заложена в человеке с момента его сотворения Богом и позволяет познавать мир, являясь посредником между личным Богом и безличной Вселенной. Человек
приводит неразличенные сущности во Вселенной к их осмысленному личному существованию через познание личностями. Люди разделяют свое бытие со всеми местами и эпохами Вселенной. Благодаря своему личному ипостасному единству души и тела можно вместе с преподобным Максимом Исповедником сказать: «Человек есть икона мироздания». «И сказал Бог: да будет свет, и стал свет». В созданном пространстве времени только из его структуры, как я уже говорил ранее, могли сформироваться все основные законы и свойства Вселенной. И стал наш наблюдаемый мир промыслительно развиваться в свете благодати и милости первого дня в необратимом истинном времени, любви Бога к людям. И этот нетварный свет, предвечное сияние Троицы, являет нам и тварный, известный в науке как остаточное реликтовое излучение в космологической модели Большого Взрыва. То есть уже в буквальном смысле, как в Писании, «и стал свет». Мы вновь возвращаемся в Хеврон, а именно в Махпелу. Махпела – одна из сохранившихся святынь Ветхого Завета. Согласно библейскому повествованию, в Хевроне Авраам купил первый земельный надел – пещеру Махпела для погребения своей жены Сары. В этой пещере Авраам завещал похоронить и себя. Сооружение это относят к эпохе Ирода Великого. В византийскую эпоху южная оконечность здания была превращена в церковь, освященную в честь патриарха Авраама. В 638 году в эти места пришли арабские завоеватели, а в 1100 году Хеврон был завоеван крестоносцами. Крестоносцы, прогнав евреев и мусульман, выстроили церковь и монастырь, которые также потом были разрушены. Мусульмане выстроили на этом месте мечети. В центре – могилы Авраама и Сары. К северо-западу от них – захоронение Иакова и Лии, к юго-востоку – Исаака и Ревекки. Дело в том, что все внутреннее пространство строения в настоящее время разделено на две неравные части. Иаков и Лия – на территории, куда доступ разрешен только евреям. А огромный зал, где Исаак и Ревекка – это арабская территория. Мы на втором этаже Махпелы. Это надстройка над тем, что находится внизу, в подземелье, куда закрыт доступ уже 7 веков. Среди зеленых стен в зале Ицхака, Исаака, есть огороженное небольшими колоннами место под крышей с куполом и полумесяцем наверху. По установленному религиозному обычаю, каждое утро охранник открывает эту крышку и спускает вниз в отверстие масляную лампу, неугасимую лампаду. Это отверстие диаметром 28 сантиметров – единственный открытый вход в расположенное под полом пространство. Немногим за прошедшие века удалось побывать там. Остались лишь несколько беглых поверхностных описаний. Никого из археологов туда к работе не допускают и по сей день, так как мусульмане, согласно своей религии, запрещают что-либо делать на местах захоронений. О двух входах в пещеру известно еще со времен крестоносцев. В 1267 году султан Бейбарс закрыл вход вниз для всех, даже для мусульман, то есть закрыл спуск по лестнице крестоносцев. 500 лет сюда никто не спускался. Только в 1968 году, после победы евреев в шестидневной войне, на веревке, в то самое отверстие, куда каждый день опускают лампаду, была спущена хрупкая Михель, лет 12, дочь одного из офицеров. Она благополучно прошла по коридору до лестницы крестоносцев, сфотографировала круглую комнату и вышла. И потом была еще одна попытка в 1981 году. Группе евреев во время праздничного религиозного праздника удалось проникнуть через люк в наружную полость пещеры. Дойдя до входа в круглую комнату, о существовании которой они знали, они заметили узкий лаз под ступенькой, ведущий из тоннеля в круглую комнату. Дальше
пройти было невозможно, потому что обе полости, наружная и внутренняя, самая глубокая, забиты были землей. Вот, пожалуй, и все. Пещера Махпела продолжает хранить свои тайны. И, наверное, для кого-то станет конкретной целью в его жизни. А у всех нас есть одна общая цель – введение в церковь, в ее жизнь, жизнь благодати, общения с Богом. И, быть может, на этом пути веры в каждом из нас появится то истинное доверие к Богу, которое дается только от Святого Духа и которое выше всякого желания человека. И пусть кто-то спорит об исторической истинности предания, о могилах праотцев, о нравах людей библейских времен, я просто молитвенно обращаюсь к ним. Через их веру, через предание и священное писание я укрепляюсь в твердости веры, веры в спасение, исцеление Богом греховной природы человека, воскресение мертвых в новом формате в конце времен. Ведь свет первого дня Святой Троицы распространяется не только на этот мир, но и во веки веков, то есть на другие пространства время. Время, которое у нас связано с интервалами между событиями там, в новом мире, может быть, всего лишь одним из многочисленных измерений, назначение которого нам еще не дано знать. Тут стоит заметить, что век в Писании более правильно толковать не как промежуток времени, а именно как весь мир в целом, как пространство, время. В теории струн рассматривается 11-мерное пространство, 6 дополнительных измерений которого скручены. А если какие-то из измерений развернутся, не будет ли это тем концом света, о котором говорит нам Библия, и переходом в новое пространство-время? Конечно, эти предположения только умозрительные спекуляции, но за этим кроется невероятная сложность устройства мира и ощущение того, как образно связано библейское предание с постепенным развитием нашего мировоззрения. Подобно генетической программе, Слово Божие постепенно раскрывает в нашем сознании законы умопостигаемого мира. Но эти же законы и толкования, в свою очередь, влияют на развитие содержания новых преданий и мировоззрений, создаваемых человеком. В этом свобода воли человека, его подобие Божие. Бог знает, мы познаем. И в нашем стремлении к знаниям и богопознанию мы приходим к познанию причинного начала и одновременно конца всего существующего, к мигу истины без протяженности и длительности, к нашему спасению. Ниже нас ради рождейся от Девы и распятие, и терпе Боги, и испровергай смертью смерть, и воскресение явлей, яко Бог, не презри я же создал еси рукою Твоею, яви человеколюбие Твое, милостиве. Становление монаха, оно связано очень часто с тем, что человеку мирскому может показаться даже странным или нет необходимости. Это воспитание. Как человек воспитывается, самообразовывается. Как говорит Григорий Палама и многие другие, и Паисий Величковский, и игумен Назарий Валаамский, для монаха очень важна сердечная молитва. Но сердечная молитва, она невозможна без знаний о Боге. И вот для того, чтобы человек самообразовывался, а для монаха это необходимый информационный доступ. Вот это как раз и являются книги. Книги, которые являются носителем этой информации. И поэтому одна из основных таких забот сейчас – это формирование библиотеки, которая у нас есть. Библиотека у нас очень интересно начинает собираться. Это, во-первых, и богослужебная литература, богословская литература, философская литература, художественная литература. Очень часто задают вопрос, а зачем монаху художественная литература? Художественная литература – это культура. Она является носителем культуры, национальной культуры, мировой культуры. Читаешь рассказы Чехова, ты уже умозрительно путешествуешь по этой России, видишь этих людей. Или, читая Достоевского, ты начинаешь воспринимать душу человека. Как Достоевский сказал, что тайна души человеческой – это искание Бога, искание правды и истины. Это сочетается с евангелистом Матфеем. И вот библиотека, она как раз дает возможности через восприятие мысли человеческой, чужой мысли, оттачивать свою мысль, менять свое мировоззрение и в то же время самообразовываться.
Это портреты патриархов. Мы их повесили в библиотеке не для того, чтобы это было красиво, чтобы как-то интерьер разнообразить. Но эти портреты присутствуют здесь для того, чтобы нам показать историю русской церкви. Что сегодняшний день, он напрямую связан с прошлым днем. Мы на втором этаже келейного корпуса, где висит портрет архимандрита Антонина Капустина. Отец Антонин является, пожалуй, самым выдающимся начальником русской духовной миссии в Иерусалиме с 1864 по 1894 год. Магистр богословия, выдающийся историк-византист, археолог и археограф, лингвист и нумизмат. Талантливый во всем, архимандрит Антонин был и отменным рисовальщиком. На всех участках русской Палестины он проводил раскопки. Так, например, непосредственно им были раскопаны так называемые «судные врата», через которых вели осужденных на смерть на гору Голгофу. Порог судных врат расположен в Александровском подворье рядом с храмом Гроба Господня. Самой первой покупкой отца Антонина в 1868 году как раз стал этот участок со знаменитым маврийским дубом. Вместе с деревом был куплен весь холм Септа с руинами на вершине и часть земли в долине. Именно этот дуб стал непременной частью всех троических икон. И это очень символично во всей череде приобретенных затем участков, как неразрывная связь Ветхого и Нового Завета. Это и вершина Елеонской горы, место, где стояла Богородица при Вознесении Спасителя, и участок земли Евангельской Горнии, где произошла встреча Пресвятой Богородицы с праведной Елизаветой, и участок в Яффе, и имение под Вифлеемом, в Тивериаде, на Иордане, в Силоаме, в Назарете, в Кане Галилейской. Около 40 участков общей площадью 50 гектар и стоимостью до 1 000 000 рублей золотом никто не сделал, да и вряд ли мог бы сделать для прославления русского имени столько, сколько сделал он. После него осталось множество учеников. Святитель Феофан Затворник. У него отец Антонин был дипломным руководителем и куратором. Святитель Николай Японский. Они с ним дружили. И много других отцов и святителей, которые занимались миссионерством по всему миру. Отец Антонин скончался в 1894 году. Его похоронили на Елеонской горе, в самой близости к небу. А в декабре 2010 года одна из малых планет получила имя замечательного человека и великого подвижника, архимандрита Антонина Капустина. Ее номер 301-794 в главном поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера. И это тоже промыслительно. Ведь помимо рисования и поэзии, еще одним увлечением отца Антонина была астрономия. И этой любви к звездам архимандрит Антонин Капустин остался верен до конца своих дней. На приобретенных участках в Палестине он строил астрономические башни. До сих пор сохранилась одна из них здесь, в Хевроне. Глядя в ночное небо над городом, я незримо ощущаю свет этого далекого астероида имени Антонина Капустина, как свет одной из неугасимых лампадок во всей Вселенской Церкви. И я мысленно преклоняюсь перед этим великим подвижником русского православия в Палестине. Город сливается с ночным небом, как образ единой нераздельной Троицы. Бог не сходит к нам в своих энергиях, которые Его являют. Мы восходим к Нему в соединениях, в которых Он остается природно непознаваемым. Это суть отношений между тварным бытием и как бы движением невыразимого, единого и нераздельного Бога Троицы. Келейный корпус построен был в 1875 году при Антонине Капустине. Первый этаж полностью предназначен был для приема паломников, так называемая мужская и женская половина. Где-то приблизительно минимум могли принять до 600 человек.
Так, стояли на первом этаже нары, матрас, очень скромный был прием такой. Второй этаж уже были помещения более лучшего уровня. Здесь уже жили те, кто подвязались на участке. Начало жизни монастыря – это начинается с богослужения. Это в 1872 году начинается уже постоянное богослужение. А самое первое в 1870-м была отслужена литургия под дубом спустя 2 года после приобретения этого участка. И вот с 1870 года и начинается постоянное богослужение. Но оно было не каждый день. Но раз в неделю, иногда раз в месяц, когда паломники приезжали, и сначала служба была под дубом. Ставили переносной престол, и там служилась литургия. В 1875 году на втором этаже уже келейного корпуса, как он был построен, основывается домовой храм. И зимой, когда было холодно, когда сезон дождей начинался, богослужение здесь совершали изредка. А так все богослужебные сосуды, книги, все находилось здесь. И когда приезжали паломники, то под дубом всегда служили службы. Уже в 1904 году наконец-то получает разрешение для строительства храма. Очень непросто было. Это уже во всех исторических и церковных сборниках, источниках вы всегда можете найти целую историю, как не только приобретался участок, но как шла история строительства храма, непростая. Ну, мы просто скажем, 1904 год, начало строительства, 1909 построен основной трапезная часть храма, так называемая храмовая часть, и начинается пристройка уже алтарной части. Изначально с хитростью отец Леонид начал строить храм. Начался как корпус начальника миссии и начальник участка, как он говорил. Потом начали пристраивать, когда храм, то изменилось уже все. 1870, 1872, 1875 – это отправные точки. И вот 1925 год – наконец происходит освящение храма. И с этого момента начинается уже богослужебная жизнь совсем иная. 1931 год – уже назначается сюда игумен монастыря. И с 1931 года это уже полноправный монастырь, Свято-Троицкий монастырь святых праотец Авраама и Сары, и же у Мамрийского дуба в Хевроне. Главное призвание подворья остается прежним – помогать принимать паломников, приезжающих из России. Наши предки в большинстве своем совершали такое паломничество раз в жизни. Им важно было, чтобы их жизнь преобразилась. Они в сердце впустили Святой Иерусалим, уже не позволяя вытеснить его оттуда ничему иному. Кроме того, паломничество – это подвиг, сопряженный с жертвой. В 19 столетии люди собирали по копеечке, ехали в Святую Землю, по дороге питаясь сухарями и кипятком. Кипяток на пароходы был бесплатным. А все до копейки привозили и жертвовали в миссию. Отдавали отцу Антонину. До этого мы говорили только о святости этого места. Но кроме святынь, здесь находится множество древних памятников, о которых многие паломники даже и не знают. Но прежде чем показать эти таинственные и молчаливые древние гробницы,
на склонах холма Септы, мы предоставим слово археологу Леониду Андреевичу Беляеву, доктору исторических наук, заведующему сектором Института археологии Российской академии наук. И речь пойдет об одном непростом для верующих вопросе – об историчности святых мест. Хевронский участок Троицкое подворье Русской Православной Церкви – один из самых интересных, на самом деле, участков с археологической точки зрения и всего, чем располагает Русская Православная Церковь на Святой Земле. И с самого начала он был очень интересен. Можно даже сказать, что он и вообще для археологии Израиля далеко не безразлично. Это интересное место само по себе. Вот если забыть о том, что оно принадлежит даже Русской Православной Церкви, оно все равно интересное останется. Дело в том, что это не случайно. Дело в том, что архимандрит Антонин Капустин, фактически создатель русской Палестины, один из, во всяком случае, многих ее создателей, один из самых активных, он понимал, что православие должно располагать своей системой святых мест на Святой Земле. Может быть, русскому православному слушателю или зрителю это покажется странным, как может существовать православная, там, неправославная система святых мест, русская, нерусская, разве они не все, так сказать, одинаковые для всех? Да, в аналогическом смысле так, они для всех – это одна какая-то система мест. Но в реальности, в человеческой истории, они давно расслоились. В разные эпохи разные места почитались как места исторических событий, связанных с Библией и с Евангелием, понимаете? Поэтому возникли альтернативные Голгофы, то есть не те Голгофы, которые почитаем мы, например, так сказать. Возникли альтернативные мамврийские дубы, которых в истории было несколько. Дело в том, что, как почти всякая историческая реликвия, мамврийский дуб имеет несколько двойников. У многих из них точность локализации утратилась. О некоторых уже нашей эры известно только, что они почитались в районе дороги из Рамат-эль-Хапил в Хеврон. Наш же маврийский дуб вблизи Эйн-Септа, не к югу, а к северо-западу от Хеврона. Это священное место, видимо, заимствовано из мусульманской традиции. И последние как минимум 300 лет он воспринимается как природный памятник древности и святости. Но что бы ни говорили историки, место маврийского дуба промыслительно теперь именно здесь. Для меня это священное дерево как образ на иконе свят, как и вся библейская история. Понятно, что эта покупка была очень перспективной. И кроме дуба, здесь же, на этом участке горы, было довольно много древностей, археологически очень хорошо выраженных. Они и сегодня хорошо выражены, их можно, посетив, значит, с паломнической поездки Хевронский участок, можно увидеть. Подобные однокамерные скальные гробницы впервые появляются в гористой части Иудеи, в том числе в окрестностях Хеврона в середине IX века до нашей эры. Большая часть датируемых погребальных пещер может быть отнесена к периоду между 8-6 веком до нашей эры. По ряду причин более точной датировки подобных гробниц исследователи предложить пока не могут, и потому хронологический отрезок их существования весьма расплывчат. Это так называемая эпоха первого храма. Речь идет о периоде разделенного Израильского царства, вплоть до разрушения Иерусалима вавилонянами в 586 году до нашей эры. Далее наш путь лежит по склонам горы, если идти против часовой стрелки. Древнее строение расположено в верхней северной части участка. Оно располагается на большой высоте на двух каменных ступенях и окружено стеной высотой около 1,5 метров. Вход в строение находится с южной стороны и снабжен тщательно обработанным каменным порогом. На ровном внутреннем пространстве здания располагается еще один выложенный из камней прямоугольник размером примерно 6 на 5 метров со штукатуренным полом. Возможно, что под грунтом были или даже еще сохранились древние мозаичные полы.
Следующая пещера, так называемый «домик монахини», расположен рядом с башней Капустина, на самой высокой части территории. Нижняя часть высечена в скале на высоту около 1,5 метра. Верхняя часть, сводчатый потолок, достроен из тщательно обработанных камней и впоследствии оштукатурен. Известно, что в этой пещере и домике в начале 20 века подвязалась монахиня. Похоже, что пещера и в древности была приспособлена для монашеского жилья. Идем дальше, продолжая путь против часовой стрелки вокруг холма. Эта пещера изначально использовалась как цистерна для сбора воды. В потолке круглые формы, ровные отверстия около 1 метра в диаметре. Пещера высотой около 2 метров вырублена в скальной породе. Вход в пещеру тщательнейшим образом обработан. На стенах пещеры местами заметны следы древней штукатурки. Совершенно очевидно, что пещера, поначалу служившая цистерной для сбора воды, впоследствии использовалась для жилья, а характерные хозяйственные ниши и углубления для светильников позволяют предположить, что в византийские времена пещера служила монашеским пристанищем. Далее мы переходим к так называемым монументальным семейным гробницам. Эта погребальная пещера состоит из 3 камер, основной центральной и небольших боковых. Центральная камера достигает по высоте почти 2 метров и площадью 18 квадратных метров. В дальней от входа части пещеры высечена приземистая грибообразная колонна с широкой капителью, поддерживающая свод. За колонной справа и слева располагаются ниши, мужское и женское ложе. Небольших размеров боковые камеры были предназначены исключительно для вторичного захоронения. Перед входом в эту гробницу, а она датируется около 1 века до нашей эры и 1 веком нашей эры, высечено обширное пространство. В углу площадки каменотесами оставлено 2 неотсеченных от породы каменных блока, напоминающих ложе. По всей видимости, они предназначались для погребальных церемоний. И можно представить себе, как клали Иисуса Христа на подобный камень помазания. Снаружи находится тщательно обработанный камень-пробка, закрывавший вход. Вес его около 1,5 тонн. Здесь сразу же вспоминаются те евангельские события, когда вот такой же отваленный камень от гроба обнаружили жены мироносицы, пришедшие, чтобы помазать тело Христа. Внутри гробница 3-камерная. Основная погребальная камера, тщательно и аккуратно высеченная в известковой породе, размером около 4,5 на 4 метра, достигает высоту 2 метра. Традиционные погребальные ниши, высеченные в стенах. Обратите внимание на эти 2 дополнительные небольшие камеры. Здесь мы видим еще одно погребальное ложе. А в этой камере нас ждет неожиданное открытие. Прямо в полу прорублено глубокое отверстие. Что это может быть?
слишком маленькое, пожалуй, отверстие для того, чтобы сбрасывать туда кости как бы с суарий, но вещь возможная на самом деле. Значит, все ж какие-то цистерны на участке, возможно, это одна из них, явно со временем о них утратили представление, что они цистерны, и заново их не использовали, то есть они заваливались, закрывались, и вот эти вот нижние ярусы, возможно, нужно снова исследовать. То есть все спуски какие-то из этих помещений вниз нужно, конечно, обследовать, они рукотворные или это, ну, технические природные трещины в скале, какие-то промоины. Вот, вот так вот заранее об этом что-либо сказать нельзя. Возвращаясь как бы снова на юг, рядом с Маврийским дубом расположен древний резервуар овальной формы. Видимо, резервуар представляет собой часть иудейского бассейна для ритуальных омовений микве. Датировка требует определенного уточнения. Однако весьма вероятным кажется период 1 век до нашей эры и 1 век нашей эры. Одиночные микве, вырубленные в скальной породе, встречаются в окрестностях Хеврона в погребальном и сельскохозяйственном археологическом контексте. Согласно иудейским религиозным законам, производство оливкового масла и вина требовало соблюдения состояния особой ритуальной чистоты, достигавшейся благодаря омовению. Контакт с мертвым и посещение могил также предполагали последующую церемонию ритуального очищения. В более поздний период, византийскую или раннеарабскую эпоху, резервуар, потерявший свой ритуальный характер, мог использоваться как часть виноградной давильни. Ну а сейчас, в период снега и дождей, местные дети используют микве уже для своих неритуальных омовений, для веселых детских забав. На участке есть и другие пещеры, и небольшие пещерки, которые как бы дополняют ожерелье исторических и природных памятников на склоне холма Септы. Безусловно, что еще не все тайны раскрыты, и надо приложить немалые усилия археологов, чтобы окончательно завершить описание этого уникального исторического места. Жизнь в монастыре продолжается. Расписывают часовню, идут посадки деревьев. К теме создания так называемых библейских садов мы еще вернемся. У подножия храма покоятся те, кто, как и сейчас, трудились на этом святом месте во славу Божию. Мы не будем останавливаться на этой большой теме исторических хроник монастыря. Расскажем лишь один небольшой эпизод из жизни схиигумена Нифонте. 1931 год вообще интересно. Это не только когда в монастырь назначают игумена, схиигумена Нифонте, но год, когда фактически с настоятельства и с игуменства отца Нифонта здесь на территории монастыря возникает скит. Скит Рождества Иоанна Предтечи с домовым храмом. Это в башне. И вот когда вы будете смотреть на башню, вспоминайте, что это не просто место, где Авраам беседует с двумя ангелами, но в башне на втором этаже существовал домовой храм. И вот в этом храме отец Нифон фактически в момент, когда 48-й год, были очень сложный период, это здесь непростое время было, когда в келейный корпус отец Нифон пустил арабов, беженцев с Газы. И здесь 2 года жили на 2 этажах арабы. Как вспоминают братья и сестры, которые подвязались, что фактически за 2 года они сожгли здесь всю мебель, разнесли весь корпус. Но сам момент – это странноприимчество. Отец Нифон пустил людей, чтобы они не оказались на улице. Здесь многие люди приезжают, вспоминают, это уже их дети, их внуки, что вот мы здесь жили, вот 2 года жили, вот тут, вот, вот в этом уголочке у нас здесь вот матрасик лежал, мы спали. То есть очень непростая такая жизнь монастыря, она была вот за эти 160-170 лет. То, что вы видите, это не строительство нового объекта. Это подготовка склона холма для новых террас с будущими деревьями. Сам Бог велел сделать здесь библейский сад, как шутил один из митрополитов. Так устроил Бог, что именно здесь сохранился ветхозаветный Маврийский дуб. И именно здесь логичнее насадить деревья и кусты, упомянутых в библейской истории. Но это не будет коллекция растений с табличками.
Об идее библейских садов поясняет сам отец Алексей. И вот идея, которая у нас здесь присутствует, это естественным образом вписать растения в хозяйственном использовании при этом виноградники. Виноград более всего упоминается в Священном Писании. Вы, входя на участок с левой стороны, как раз первое, что вы видите, это виноградник. С правой стороны начинается оливковое насаждение. Дальше вы подходите к дубу. Потом вы за дубом видите часть остатки мамриевской дубравы, которая была. Это дикий участок, предполагается. Дальше вы поднимаетесь к елейному корпусу. Вы видите ряды кипарисов. Кипарисы упоминается в Священном Писании. И многие растения, которые упоминаются, они вписаны естественным образом в ландшафт. И вот этот ландшафтный проект, он связан как раз с основанием библейского сада на нашем участке, в монастыре. Особое место в идее библейского сада занимают оливы. Олива признается священным деревом у христиан, иудеев и мусульман. Старинные оливковые деревья, старше 150 лет, обычно полые внутри. Рассчитать их возраст по годовым кольцам невозможно, ведь самая старая часть дерева как раз отсутствует, поэтому нельзя использовать и радиоуглеродный метод. Достаточно точной методики определения возраста олив до сих пор не разработано. На территории монастыря встречаются оливы римского периода. А самым старым двум оливам, по оценкам, около 3000 лет. Трудно даже себе представить, участниками скольких событий в человеческой истории были эти молчаливые свидетели. И вот библейский сад, который сейчас здесь закладывается, он будет предназначен для миссионерства иного типа. То есть люди, окунаясь в ветхозаветную историю, они будут и, естественно, находясь среди тех растений, которые упоминаются в Ветхом Завете, находясь на этом участке, они будут как бы погружаться в живую ветхозаветную историю. Так называемое естественное богопознание, когда мы видим мир, который сотворил Господь и которым мы с вами участвуем, своей деятельностью мы делаем его лучше. Огромный участок русской духовной миссии в Хевроне расположен на склонах холма Септы. Общая площадь его более 7 гектаров, 985 метров над уровнем моря. Я еще раз окидываю взором пространство передо мной и любуюсь белым снегом, белизна которого, как неизреченное сияние Святой Троицы, объединяет глубокий смысл этих святых мест. Таким образом, на нашем участке сохранилось три типа памятников. Упомянуты природные, упомянуты археологические и святыни. И вот эти три типа памятников, которые мы с вами можем посмотреть, они, наверное, сокровенно символизируют собой три пути человека к Богу. Плотской, душевный и духовный. Просторы земли обетованной. По этим местам странствовал обычный пастух, пришелец из Ура Халдейского, с именем которого связано одно из самых таинственных богоявлений людям. Над Хевроном опускается вечер. Насельники монастыря продолжают свою неприметную деятельность, почти сливаясь с темнотой города, навсегда оставаясь в свете невыразимой Троицы, в свете благодати и милости, в свете первого дня творения и славы Креста. Я стою на колокольне монастыря святых правоцев Авраама и Сары в Хевроне. Красота, чувства, мысли наполняют мою душу. И она устремляется к непознаваемому Богу. Время, пространство сливаются в миги Божьей благодати и любви. Вспоминаются слова Владимира Николаевича Лоскова: «Бог
непознаваемый как Троица, но также и открывающий себя как Троица. Конечная цель духовной жизни и вечное блаженство в Царстве Небесном – не созерцание сущности, но прежде всего соучастие в божественной жизни Пресвятой Троицы. Именно ее мы ищем, когда ищем полноту бытия, смысл и цель своего существования. И был вечер, и было утро, день один.